В последние годы в нашей стране осуществляется большая работа по созданию спортивной инфраструктуры, строятся и сдаются в эксплуатацию новые спортивные объекты. Не случайно, что количество построенных олимпийских спортивных комплексов в Азербайджане, являющимся активным членом международного олимпийского движения, превышает 40. Реконструкция на существующих спортивных объектах еще больше увеличивает возможности нашей страны для проведения международных соревнований. Азербайджан готовится к первым европейским играм 2015 года. Важной составляющей мероприятия по дальнейшему усилению спортивной инфраструктуры является работа на национальной гимнастической арене. Отметим, что данные работы на арене, фундамент которой был заложен при участии президента Ильхама Алиева в августе 2009 года, находится на стадии завершения. 17 февраля президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли на национальную гимнастическую арену. Министр молодежи и спорта Азат Рагимов проинформировал главу государства о проводимой работе. Фасад комплекса оформлен в особенном стиле. Здесь установлен экран для демонстрации интересных иллюминационных элементов. Одним из факторов, повышающих значимость объекта, предусмотренного в основном для соревнований по гимнастике, является то, что эта арена приспособлена и для других спортивных соревнований и мероприятий. В зависимости от масштабов соревнований, число зрительских мест в основной части арены можно увеличить с 5000 до 9600. В комплексе, сооруженном в соответствии с мировыми стандартами, имеются пресс-центр, пункт оказания первой медицинской помощи, хореографический зал, тренажерные залы, пункт допинг-контроля, административные помещения, магазины, кафе и другие вспомогательные объекты. В этом спортивном сооружении, которое станет одним из лучших в Европе гимнастических комплексов, также создан отель. В июне нынешнего года на национальной гимнастической арене планируется проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике. Кроме того, здесь предусмотрено проведение соревнований по 6 видам гимнастики в рамках первых европейских игр 2015 года, а в 2019 году чемпионата мира лицензионного характера по художественной гимнастике в рамках подготовки к Олимпиаде 2020 года. Затем президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в тренировочном зале для первых европейских игр, понаблюдали за тренировкой гимнастов. Отметим, что президент Европейского гимнастического союза также высоко оценил созданные здесь условия. В залах установлено новейшее оборудование, которое размещено на основе рекомендаций Европейского гимнастического союза и Азербайджанской федерации гимнастики. В настоящее время здесь тренируются сборные команды по художественной гимнастике и спортивной гимнастике среди мужчин по прыжкам на батуте, акробатике, тамблингу. В то же время проводятся курсы тренеров, организованные Международной федерацией гимнастики. За последние два месяца учебно-тренировочную подготовку здесь проводили женщины-гимнастки из Турции, Казахстана, Латвии, Мексики и Венгрии. В скором времени ожидается прибытие в Баку спортсменок из Канады, Чехии, Греции и Финляндии. Главе государства и его супруге была вручена форма национальной сборной. Заключение было сделано, фотография на память.